Приветствую, дорогие зрители, с вами Дилер Никоша, скажи привет. Приветик, мяу. Продолжаем играть Skyblock с лаки-блоками, сегодня будем играть с очень необычными лаки-блоками. Это Билл Шифр, давно просили Билла Шифра, в общем, вот он. Это довольно-таки стрёмные лаки-блоки, внутри них может быть вообще любое измерение, может происходить что угодно. Я, кстати, добавил немножко времени, вы говорили, типа, очень короткие ролики. В общем, теперь на 100 секунд больше, это очень многое меняет. В общем, Билл Шифр, что же внутри тебя, блин, какой он стрёмный. Да. Просто жуть. Штапочки? Ничего себе, счастливые штапочки, ну хорошо. Алмазы. А у меня какой-то колодец есть, ничего себе. Так, колодец с яблоками. Так, такого явно еще никогда не было. У меня, кстати, тоже есть колодец. Колодец с яблоками. Яблок. Так, у меня яблоки падают. Ну, допустим, спасибо блин, тебе, Билл Шифр. Лук спасибо, офигенский. Брат. В смысле лука? У меня, блин, иссушитель, это нечестность. Лук, какая-то топор. Какого хрена? Слышь, я его вручную морковка. Забью вообще? У меня есть отличное занятие, я стою рукой добываю из сушителя, у которого мозг не работает. Ой, мне жахнуло что-то. Так, мне нужно какое-то нормальное оружие. Если он сейчас оживится, это будет просто дикая жесткость. Так, это чё? Деревянный меч, отлично. Лучшее оружие для его убийства. Чё? Да не, ничего. 30 тысяч ничего себе, у меня такой меч есть, я готов идти убивать котов. Я готов рубить котов. Ничего себе, Билл Шифр, спасибо, братка. Лучший ты просто. Билл Шифр, ты зря это сделал. Нет, не зря, так подожди, это что за меч? 150 урона, тара-тара-тара-тара. Ну, в принципе, можно их вместе миксовать. Так, мне неинтересно, какая-то будка еще появилась. Так, это что такое? Какая-то очень странная хрень. Да. Так, это фигня, все. 80 тысяч атаки это? Дамаджи. Ничего себе. Слышь, Билл Шифр, ты что творишь? Ты что, дикий зверь вообще? У меня есть какие-то дикие вещи просто. Просто дичайшие, а блоков все еще нет. Нету блоков, чтобы куда-то строиться. Я умерла! Офигеть. Это хорошо. Это хорошо, не знаю, что бы ни произошло, но это хорошо. Умерла. Так, а ну-ка, у меня золотое яблоко супер зачарованное есть. Так, ну отлично, отлично, у кошки все в огне. 12 морковок. Блин, у меня в огне, жопа, капец. Так, у меня какая-то курточка есть, ничего себе. Я тебя могу не обрадовать, у меня базука. Нифига себе. Слышь, ты уже строишься даже, нифига себе, кошки да блоков завезли. Нету, Дельрон. У кошки блоки есть. Так, а здесь уже что? Нифига 33 нету. Тысячи урона, здесь, кажется, больше. Что творится? Блин. Во, слышь, мужик, отошел. Я тебя зарубаю сейчас. Блин, я даже считать не умею. У меня появился меч на много-много атаки дамаджи. Так, это что такое? Это шапка. Нифига себе. Так, я думаю, что я тебя убью. Это не точно, но вероятность этого есть. Это что за нафиг? Что за нафиг? Ты меня жахнула чем-то, что ли? Нет. Какие-то кошачьи жахалки? Нет, я ничего не делала. Подозрительно. Так, морковки, отлично. Это необычные морковки. Может, ты себя сам жахал? Я себя сам не жахал. Так, ничего себе, у меня какие-то волшебные морковки из каких-то игрушек. Так, я съел морковку. Я умею летать? Нет, я не умею летать. Блин, было бы круто. А у меня есть какое-то зелье одно, я могу его использовать? Ну, можешь попытаться. Так, у меня есть немножечко блоков, целых 7. 7 блоков и печенье. Отлично. Это все не то, что я хотел, но да ладно. Ой, мамочки! О, ничего себе. Блин, у меня есть много всего интересного, но строиться нечем. Короче, я понял. Нужно закапываться куда-то. У меня что-то Silk Touch? Да, у меня топор на Silk Touch. Все, отлично, я придумал. Жопа, я никто травила. Не сказал. Все, короче, вот так вот, вот так вот. Сейчас мы будем строиться кошки. Отлично. Мне много раз говорили, типа, вот, если у тебя что-то есть на Silk Touch, то как бы этим можно строиться. Ну, как бы, да, я считаю, что немножко читерно, но когда нет другой возможности, то отлично. Я почему-то летать умею. Что? Завязывай с этим. Но кошачий читер. Ты будешь летать? Что? Я не буду. Ты что, офигел, кошачий зверь? Никаких полетов. Это полеты вне Хогвартса вообще запрещены. Тебя лишат магии, и колдовства, и хвоста, и усов, и вообще все. Во, лава, тихонечко. Давай договоримся. Слушай, блин, это просто лучшесть. Я готов идти убивать котов. Давай, ты стройся ко мне лучше. Коты лезут, блин, у меня никакого оружия нет. Так у меня уже тоже нету. Блин, ну всё это фигово. Все потеряно. Ну это фигово. Два эндер-сундука есть. Два эндер-сундука, ну круто, ага. Круто. О, я могу взять дерево добыть, чё я туплю. Всё, ну давай, хочу. Давай. Слушай, Билл Шифр вообще просто колдун. Где топовый, он понатыривал да? Всего вот этого, что сейчас внутри есть, я не знаю, но мне вообще прям нравится. Прям вообще огонечечек.
Просто огонечек, огонечек. Так, давай стройся, огонечек. Я не собираюсь, слышь, я буду в будке сидеть. Какие стройся? Огонек, давай. Какие стройся, кошка? Ты что, вообще офигела, что ли? Так, я всякий... Эй, что произошло? Какое, что? Ты дилеро! Произошло! Ну, хана тебе, все. Что произошло? Все, хана тебе. Кошка, что произошло? Сейчас у тебя будет гореть. Кошка, сейчас. Что произошло? Боже, лук у меня есть офигенский. 600 секунд, кошка, что произошло? Кошка, что происходит? Билл Шифр, что ты делаешь с кошкой? Ой, тут же что это было? Ага. Слышь, ты что творишь? У меня что-то перемещались все вещи. Это что такое? У меня есть офигенный... Это что за нахрен? О. Слышь, а ну прекратить. Отставить. Это что за нахрен? Да, бесконечность. Ты что это? Что это было? Это у меня... Что творится? Люк был. Это что за нахрен? Серьезно, я не готов к такой фигне. Так, ладно, хорошо, нужно пересмотреть свои планы на наступление на кошков. Ну капец тебе, все. Да я уже понял, уже срать арбуз. Не знаю зачем. В любой непонятной ситуации ешь арбуз. Арбуз дает вроде бы силу. Силу богатырскую. У меня две базуки. Две базуки? Это в смысле кошачьи руки, что ли? Смотри. Руки базуки? Да! Кошка, руки базуки, это запрещено. В Майнкрафте так играть нельзя, руки отрежут потом. И все. И что были руки, что не было рук. А здесь вот тач у меня есть. Вообще особо так не стреляет. Так, 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 так. Надо избавиться от хлама. Помойка, откуда мне это вообще не знаю. Это фигня, все, это фигня. Это фигня, это фигня, это фигня. Я бы эти фигня. Я себе пару. 150 атаки, very op, да-да-да, вроде фигня. Блин, а мне есть. Это вроде бы не фигня. Тебе есть, не ешь, кошка. Есть это злость. Ой, а что это за. Так, сажу еще вот это вот всякие пожарные. Шо? Не кошачий знаю, серый ламун что-то нашла себе? Да, прикольная какая-то штука. А, отлично. Так, Дилерону надо ходы обломать. Да, надо обломать Дилерону ходы, вообще надо. Яблоко, которое быстро умеет бегать. Яблоко умеет бегать? Ничего себе. Билл Шифр, ты что творишь? Какие яблоки? Билл Шифр умеет делать яблоки, которые... Воу, это что за нахрен было? Слышь, это было не яблоко. Это называется базука. Базука, это молнии какие-то бахнули вообще. Вообще яблоко. Ничего себе. Я теперь никогда не умру, что ли? Давай, убивай меня, гравитация. Я не знал, что это яблоко такое. Охренеть. А ты я что, не видимо, дикий зверь? Дерун? Я не в курсе. Я не Блин. Видимая. Я так не договаривался с тобой на невидимых кошек. Ты жрём печеньку. Жесть какая. Так, это что было? Ты что, продолжаешь жахать меня здесь, что ли? Не-не-не, я уже не жахаю. Ага, конечно, конечно. Так, я это выкину. Не надо писать, я что я это понял. Выкинула, потому что это... Это не потому что так надо было, да? Ага, у меня одна базука простая, одна зачарованная. Что? Так, даже у меня 4 базуки, 5 точнее, 5. Чё? Базук. Слышь, это незаконно. Вот, смотри. Что смотри, я лучше нет, спасибо. Так, я как-нибудь боже. Обойдусь, а без этих вот смотри. Ничего так. Себе вообще. Слышь, там что-то летает. У меня на острове ТНТ. Да твои ТНТ, похоже, везде вообще. Так, выкидываем, что мы берем. Давай, 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 надо какую-то скорость жрать вообще. Какие-то говнюли. А, какао-бобы выпали, ничего себе. Ну это отлично, тебе это поможет, конечно же. Я хочу себе клубника вообще крутяк. Давай, 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 клубника тебе поможет, это очень важно. Так, это прям очень важно. Блин, монстр фигарит. Блоки блин, динамит какие-то. Вообще везде, походу. Ох ты, ё, это какая-то армия тостиков на тебя напала? А? Армия тостиков на тебя напала? Да. Какая-то хрень вообще происходит, очень странная. Так, надо быстрее, быстрее, как ты ничего не заподозрили. Тостики. Так, отлично. Эй, ты чё, обалдел? Что, нормально все? Ну, ладно, я к тебе иду пока. Какое ко мне никто никуда не пойдет. Я иду, я уже начинаю. Не. Ого, как я быстро строюсь. Блин, чуть не убился. 300 секунд. Эти эффекты пугают. Блоки! Ну нормально. У меня блоков не хватит. Так, ладно, хорошо. Фу, 5-2, 5-5, отлично. Разрулил. Все, разрулено. Вопрос решен, можно идти просто убивать кота. Главное, что вопрос решен. Так, мне нужно еще блоков где-то надыбать. Давай, так. У меня их не было, но я колдунский волшебник, который умеет добывать блоки, так что у меня все хорошо. А каким это образом ты добыл блоки? Я волшебник просто. Вот, я нашла блоки. Я волшебным образом добываю себе блоки. Тебе так делать нельзя. 4 блока. Ничего себе. Ого, и знаешь, ничего себе, это законно, что ли? Шо, блоки из-под земли? Блоки земли. А, ничего не понятно, но ты продолжай.
Дилеронг тебе уже выехал. Так, вот так вот, вот так вот. Так, где-то мое убивательство. Здесь слышно больше? Черт побери! Ай-яй-яй, бедная кошка! Шо? Шо, дельфин, что происходит? Что с тобой? Ну так это хорошо. Так, 6-5, отлично, мы уже победили. Да подожди, сейчас все будет. Сейчас будет баба-огонь. Баба-огонь? Шо? А что такое? Так иди отсюда! Ты где? Блин, лук твой! Не-не-не-не-не-не! Не-н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 е
знаю, не, вроде ничего нет. Базука с этого не работает. Хорошо, сейчас будем по-другому решать. Вопрос, блин, это опасность, опасность кошачья, все блоки у меня затырило. Ага, люк. Да ну блин! А что это было? Взяло мне лицо, сломало. Дельфин. Мне нужно что-то полезное. У меня слишком много вещей, которые не умеют убивать котов, это опасность. Да вообще жесть. Так, это что такое? Это крутые блоки. Ого! У меня вроде бы что-то есть, оно умеет стрелять? Так, а ну-ка. Какую-то похлёбку вытянул. Отлично, всё, тебе хана. Тебе хона! Ховайся, так. Кошка, ховайся. Всё у тебя есть, рассказывай. Всё у меня есть, всё, ховайся, кошка. Так, дилерон уже выехал. Дилерон уже выехал. Так, 7-6, где моё оружие? Надо его поближе перетащить, вот так вот, оп-оп. Да ну блин, ничего себе! Так, нужно что жрать, едим печенька. Так, где коты? Он ещё не видит. Ты невидимая, Рилли, нифига себе, ты что творишь? Это еще то яблоко действует с того раза. Я даже... До свидания. Блин. Мой орбалет убивает мини-кошка. Сколько у него урона вообще? Амейзинг, непонятно. Базука у тебя? Не, у меня какой-то орбалет. Орбалет против мини-котиков. Мини-котиканский орбалет, он должен убивать все. Котов. Мне еще осталось чуть-чуть пройти к тебе и тебе трубец. У него, кажется, урон как у дробовика, блин. Я уже понял. Так, я как-то убил тебя. Я умерла. Так, отлично. Он очень странный, но иногда он убивает. Так, нет! Так. Ву! Не подходи! Ты чё? Ты чё? Я зарежу. Так, подожди, что же происходит? Я пытаюсь источника тебя убить. Что за нафиг? Дилерон, не подходи! Так, я надеюсь, что оно стреляет в котов. Да оно вообще не долетает. Некоторые стрелы просто не хотят летать в котов. Иди попец. Так, оружие. Так, оружие. Так, тихо. Вот так. Не летит. Отлично. Жесть какая. Так, капец. Я готов. Так, ай, отлично. Венчик. Убить. Что творится? Слишком. Билл Шифер, пощады. Пощады, брат. Блин, жесть происходит. Так, не выпускать кота из будки. Не выпускать. Одна секунда, игра окончена. Счет 12-6. И все равно, котка должен стереть путки. Все, я отходит. У нее реально какая-то жесткость, она перемешивает все вещи в инвентаре. Я такого еще никогда просто не видел. Это просто охрененно. Я похож на какого-то, не знаю, убивателя. Ладно, в общем, спасибо, что смотрели. С вами были Дилерон, мини-кошка и Билл Шифер. Просто охренительные лаки-блоки. Это столько в них мощи. Просто офигеть. В общем, всем большое спасибо. До скорых встреч. Подписывайтесь на мой канал, на канал мини-кошки. У меня на втором канале выходят тоже ролики по SkyWars с лаки-блоками. Не такие же, другие, так что заглядывайте, смотрите. Всем спасибо и пока-пока. Я, пока.